я делаю солнечный реактор, Ой. который будет работать, который будет питать целый город от энергии ядра солнца. А чё, в смысле? И как оно работает? Это просто пока что солнце висит вот. Солнце? Это ядро солнца. И чё ты с ним собираешься делать? Я пришел, чтобы уничтожить его. У вас ты не будет электричества. Я должен уничтожить, все будут пользоваться бензином. Не. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Его добывали 1000 лет, а ты его взял и уничтожил. Я еще не уничтожил. Чего? Нет. Теперь у вас не будет света. Все, я ухожу. За что? Это бронированное стекло. А чё, а в смысле бронированное? Не думаю, что оно прям такое бронированное. Ну, я думаю, можем заканчивать. Хотя... Сейчас я проверю бронированное стекло на его бронированность. Ой, а где мои пушки? А не, у меня есть еще что показать. Погоди, погоди, бронестекло не проверили. Он какое-то странное. Так, ставлю кнопку. Здесь около 50 пушек. Огонь. Ой. А чё, в смысле? Оно выжило. Давай-ка еще раз. Сейчас пальнем. Чё за магия? Давай-ка обычное стекло. Это, а всё, ты убрал броню со стекла. Теперь обычное стекло. Оно все равно медленно. А. Вот обычное стекло. А чё? Что-то не очень бронированное, но я его с 3 выстрелов уничтожил. Правда, мощных. Ну ладно, что-то твое бронестекло совсем не брони. Ну ладно. Хочешь, я тебя заскрамлю? Давай. Вот, смотри, это подвеска для монстр-трака. Ничего ты хочешь этим сказать? Ну садись, катайся. Подвеска для монстр-трака. Что-то я тут подозреваю. Ну это просто обычная подвеска для монстр-трака. Не понял, что? Подвеска для монстр-трака. Ты чё? За... А чё? А чё в смысле? Ты испарился? Да. И машина. Это и есть камбэк. Блин, я думал, я на машине реально. Обычная машина, вроде динамита не было. Загрузи-ка еще раз. Не, я сейчас другой буду. Ой! Ой, нет. Ты че сделал? Это мячики. Зачем так много? Знаю. Играем в футбол. Ой. Эти мячики сейчас сервер крашнут. Возможно. Помогите. Там угольные мячики. Ты спинаешь. Я внутри, а я оказался внутри огромного моря из мячиков, и они меня собрались съесть. Только я не хотел, чтобы меня съели. Там тоже есть угольные мячики. Где угольный мячик? Они появляются. Зачем так много? Где твой скамерский монстр-трак? Ого, монстр-трак, подаришь мне? Да, подарю, конечно, садись. О, спасибо. Поехали со мной, я тебя прокачу. Поехали. Он очень веселый. Обалдеть, какой... Ой, а чё? Идёт быстро. Ха-ха-ха-ха, я тебя заскальнул. Это не монстр-трак, это машина для убийства. Ну ты плохой. Колёса сделаны из других колёс маленьких. Это машина из колёс? А, да. Машина на колесах, которые созданы из других колес. Блин. Да. И она очень странно ездит. А! Надо было потом предупредить до того, как я на нем поехал. Ой-ой-ой. Вот такая вот машина. Куда я еду? Ой-ой-ой, я летать что ли? Странная машина. Согласен. Куда? Я живой, буду жить.
Давай, я возвращаюсь. Кстати, у меня есть армия пряников. О, давай. Ты же вроде их кушаешь. А, нет, это Арти их кушает. И она очень ловучая. О, новый уровень билда, боти, круто. Это что? Это армия пряников. И зачем они здесь? Они захватят весь мир. Они здесь с целью захватить весь... Не тыкай, пожалуйста! Ты хочешь, чтобы я не тыкал? Нажми на каждый по одному разу. Так уж и быть, послушаюсь. Я оживил армию пряников. О, нет. Ой, куда они пошли? Стой. Они пошли в атаку. На кого? На все грады. Я остановлю их до того, как они разгромят все города мира. По одному давайте. Огонь. Все, одного убили. Нормально. Нет, а нет, мои пряники. Они на меня идут. Или на кого? Да, они на тебя идут, они тебя увидели. Что-то они вроде бы не увидели, они немножко тупенькие. Их собрат был поумнее избить строителей. О, нет. Да, он боялся того, что ты их слушаешь. Они идут, они уже отправляются на города, нет. Убить. Быстрее, они оттуда убегут, ворачиваются. Нет, куда вы? Вам нельзя все захватить. Я уничтожу вас. Чё за блин, они друг друга убивают. Они очень опасны для этого мира. Создатель пряников убивает пряники. Я их создал, я их уничтожу. Они слишком сильные, они слишком злые, их надо уничтожить. Ой. Давай. О, смотри. Голова пряника Потапыча первого. Смотри, тут голова пряника Потапыча первого. Его же не потрепало. Ой, блин, пряники и пряники. Да, жестоко. О, еще одна голова пряника Потапыча. Только уже без половинки. Уже три головы. Одни головы от них остаются. А там вообще что такое? Два пряника пинают из одного пряника. Да пряниковый танк. А теперь уже один пряник. Опять только голова. Пряник Потапыч четвертый уже. А вот пряник Потапыч третий. Это вообще кто? Разносим эту армию. Что-то не очень грозная армия пряников получилась у тебя. Надо им это, миниганы добавить, злые лица и новые пушки, которые... Тогда будет нормальная армия. С минигана расстреливать, да? Нет, они будут нас с минигана расстреливать, сами будут стрелять. Он от пули увернулся. Они вернутся, чтобы отомстить нам. Да. С миниганами. Жду их миниганов. Сделаешь миниган? Да. Когда? Ой, мой какой эпичный пряник Потапыч. Седьмой уже. Надо такую армию зэков сделать. Ой. Я иду в жесткую атаку. Давай, она реально жесткая. Что тебе жестко? Давай, один остался. Последние три представителя пряниковой армии, которая так тупо слилась. В атаку! Они... На штурм! Они съедены и утоплены в молоке. Мы их захватим, привезем на базу и допросим. И чтоб больше тут не без, было... Тут беззубый пряник. Где?
Пряник беззубый. Беззубые пряники нам не нужны. Уй, прости. Ой, смотри. Закончим с этим. Может, не надо? На их жалко. Ты чё? Не надо, может? Может, не надо? Ты думаешь, как посидеть? Да. А уже поздно. Я хотел их пощадить. Их надо было взять в плен, допросить. Ай, а меня кто убил? Ты у них стрельнул из пушки. Я хотел динамит, чтобы сломался. Я не знал, что если динамит зажжется, он взорвется. Я хотел динамит убрать. От них остались только одни головы. Давай хотя бы голову заберем, может, их допросить можем. А что, реально? Там голова убегает. Давай же что-то хочет. Поймать! Тут голова пытается спастись. Не сбежишь. Она убегает. Стоять именем Ухограда. Нельзя ее оставлять. Она возродится и начнет вторую волну войны. Да. Ой. Так вот как она жила. У нее тут все колеса остались. Да, вот так выглядит армия пряников без прозрачности. Неплохо, у них так голова крутится. Или что это? Мы одолели армию пряников Потапычев. Остались только их дружелюбные лица, которые совсем не дружелюбные. Мы довезем их на допрос в Ухоград, все. Решено. Все, ты пойман. Вот, смотри. Не, пряник. Ой, знаешь, если бы тут был Арти, он бы еще жесточе их бы уничтожил. Но хорошо, что они до него не дошли. Войну начал бы. Все, хорошо, что они не дошли до места войны. Они, кажется, на Арти шли, чтобы отомстить за печенье. Всех обезвредили, теперь все города в безопасности. Стой, Арти в сети, может его позвать?